Решила сегодня заморочиться с дрожжевым тестом, вымесила его, добавляла туда, правда, еще отруби овсяные или ржаные, я уже не помню, и гречневую муку. Сделала пиццу из сосисек, соленого огурца, помидоры, болгарский перец, и сыром посыпала. Пиццу, правда, быстро очень съели. Вернее, я кусочек съела, сын почти всю ее сразу съел. Осталось тесто, и я решила сделать еще сладкий пирог, яблочный. Благо мне дали яблочное варенье. Я верхушку решила пирога решила оформить такими дырочками. Подсмотрела мастер-класс по приготовлению пирогов. Ну, мне понравилось. Можно было больше дырочек сделать. Ну, сколько получилось. Сварила еще сегодня щавелевый суп. Тоже вкусный. И сделала по мастер-классу одной молодой семьи картошку, запеченную с индейкой. Правда, еще не пробовала, не знаю, что получилось. Но делала я ее очень долго. Что-то на мне не очень запекалось.